гарантия для частного клиента 10, поэтому она маловато. Только Евгений сейчас сказал о том, что расстояние вашего проема должно быть на 4-6 сантиметров, да больше, нежели само окно. Почему мы варьируемся по 2-3 сантиметра с каждой стороны? Для регулировки. Как? Для утепления. На вот этот диагональный. Каждый из вас абсолютно прав. Здесь еще один есть нюанс, на который мы заостряем внимание. Придется комментировать, что расстояние должно быть на 2 сантиметра с каждой стороны больше, но мы все прекрасно понимаем, что даже дерево, которое называется у нас сухое, да, и так далее, неизвестно, как оно сохранилось, и, соответственно, даже если вы где-то ошиблись, дерево может стабильно ногам отлететь винтом, пол сантиметра не поместится, будет проблем. Вряд ли из опыта и из практики я очень редко когда видел, когда монтажник понимает, что ему не хватает нескольких миллиметров, выпиливает, да, если ты именно видишь, что тут больше расстояние. Обычно он просто сдвигает. Что происходит далее? Протечки. Протечки как всего не будет, просто пережимается окно потом. Перекашивает. Я не знаю, как он его перекашивает, и оно... Нет возможности притворка для него сформировать. Установив подготовленный проем утепления по периметру окошка, оно довольно становится плотно, тем самым минимизируя теплопотери по периметру рамы и кровельного пирога. Далее мы устанавливаем сюда створку. А пока, дорогие друзья, от Вилюкса у нас она же поясная сумка и, отчего не поверите, чудо-рюкзак.